вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом Z у прямому ефірі «Акценти» ми говоримо про місцевий аеропорт, нові можливості і напрямки, доступні із Запоріжжя, та про розвиток литовища в цілому. У гостях Олексій Дубревський, директор КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Вітаю вас, пане Олексію. Здравствуйте. І нагадую, що ви також можете приєднатись до спілкування в студії, телефонуйте нам або пишіть свої запитання у Фейсбуці, Вайбері чи Телеграмі. Всі контакти вказані на екрані. Отже, пане Олексію, зараз всі ми живемо в умовах коронакризи і у всіх сферах це так чи інакше позначилось. І я думаю, що в подорожах це в першу чергу, в тих сферах, що стосується подорожей. Напевно, активність пасажиропотоку трішки зменшилась? Да, это так. Еще год назад казалось, что ничего не ограничивает рост пассажирских авиаперевозок. Безусловно, в каких-то авиапредприятий это был нелинейный рост или, скажем так, неравномерный. Он был обусловлен тем, что, скажем так, многие авиакомпании переходили на провозные емкости большой вместимости, гнались за ростом пассажиропотока. Тем не менее, это сказывалось всегда за счет низкого ценообразования на доходной части. И таким образом авиакомпании и аэропорты сталкивались с определенными вызовами, и каждый по-своему их решал. Пока в 2020 году не произошли сокрушительные изменения в авиационной отрасли. Как вы знаете, международная организация ИКАО, гражданского авиатранспорта, о том, что 2020 год на самом деле был самым худшим в истории существования гражданской авиации. Чего греха таить. Украэрорух, украинская организация, провела анализ и сопоставила результаты по уходящему 2020 году, которые сопоставимы с негативными эффектами после Второй мировой войны для всей авиации. Поэтому, конечно же, этот год был полон вызовов и не мог не сказаться на развитии авиатранспортной отрасли и деятельности нашего предприятия в том числе. Тем не менее, предприятие справилось. Несмотря на то, что мы ожидали значительный рост пассажиропотока и в связи с введением новой инфраструктуры, ну, скажем так, если бы не COVID, мы бы достигли показателей 730-750 тысяч пассажиров в год. Мы по итогу 2020 года, как вы знаете, достигли результата чуть больше 326 тысяч пассажиров. И тем не менее, среди всех аэропортов Украины, и, как вы знаете, мы вошли в шестерку всех аэропортов, которые обеспечили 98% всех авиаперевозок, и в пятерку региональных, мы показали наименьшее падение темпов пассажиропотока и с результатом минус 25%. Причем, что общая авиационная отрасль упала до 68, а то и 70%, и многие аэропорты показали негативную динамику с падением пассажиропотока до 50-70%. Поэтому нам это, конечно, удалось. Я не скажу, что это было легко. Тем не менее, предприятие достойно вышло из этой ситуации. Мы не скажу, что уже окончательно вышли, потому что ситуация продолжается. Безусловно, это сказывается и на количестве рейсов, и на количестве путешествующих. Но если говорить о финансовом результате, то так или иначе, по итогам 2020 года мы остались прибыльным предприятием. Мы показали размер чистой прибыли больше 900 тысяч гривен. Конечно, это не такие результаты, как предыдущие года, но тем не менее в условиях коронакризы мы на сегодняшний день достаточно уверенно прошли этот вызов. Надеемся, что в этом году скоро все наладится, стабилизируется, и мы уже делали предварительный анализ, по результатам которого мы должны будем выйти порядка 570-580 тысяч пассажиров уже в этом году, если, опять же, не будет никаких таких глобальных потрясений. Ну і тим не менше, разом з цим всім аеропорт продовжує розвиватися. Я знаю, що відкрито й нові напрямки. Тепер запоріжці та жителі сусідніх областей зможуть із запорізького аеропорту полетіти до Одеси та Львова. Вартість квитка становитиме від 609 гривень. Маємо про це коментар, тож давайте послухаємо і потім ви детальніше розкажете. Увага на екран. З 29 травня два рази на тиждень завдяки авіакомпанії SkyUp можна буде полетіти до прекрасних українських мальовничих міст Львова та Одеси. Ці напрямки є дуже важливі для міста Запоріжжя, так як літаком і швидше. Це є курортні, гарні міста. Також ми продовжуємо узгоджувати літній розклад рейсів. І незагалом можна буде полетіти до Будапешту, до Дортмунду, Мілану, Бодруму та Далам.
лиману. Немає жодних сумнівів щодо необхідності цих нових напрямків. Головне, щоб епідемічна ситуація не завадила, і ми могли вільно подорожувати. Скільки в цілому нових напрямків вдалося відкрити, і куди саме, можливо, щось ми не почули в коментарі? Да. Ну, мне тяжело, конечно, назвать сейчас точное их число, потому что все очень шатко. На самом деле, действительно, мы не хотим гадать на кофейной гуще и выходим не только после результатов переговорного процесса, мы еще и ожидаем, как поступают заявки от авиакомпаний на выполнение рейсов и в какой период. И каждый день ситуация кардинально меняется. Это связано и с ограничениями по пересечению границ стран Евросоюза, или это связано с требованиями той или иной страны по пересечению граждан Украины. И соответственно, каждый день мы это все отслеживаем, отслеживают авиакомпании. И на сегодняшний день стоит вопрос не куда, а куда можно летать, и чтобы туда направить те или иные рейсы. И я могу сказать, что да, на сегодняшний день у нас есть понимание, что Wizz Air должен возобновить свои рейсы. Это венгерский лоукост, предоставляющий дешевые перелеты в Европу. И на сегодня это 6 направлений, такие как Вена, Будапешт, Дортмунд, Милан, и Вроцлав и Краков. Более того, украинский лоукост или малобюджетный авиаперевозчик SkyUp, наш надежный партнер, также выстраивает свою маршрутную сеть и в этом сезоне открывает 8 направлений, среди которых были существующие, уже пользующиеся спросом у наших туристов, такие как курорты Турции, курорты Египта. Тем не менее, открываются и новые направления. И для нас действительно прорывом, я не побоюсь этого слова, несмотря на все те вызовы, прорывом было открытие новых внутренних направлений, цикаво, такие как расскажите. Одесса и Львов. Идут еще, продолжаются переговоры. Мы очень надеемся на то, что авиаперевозчик спустя 1,5-2 месяца примет решение все-таки открыть, возобновить, точнее, тот рейс, который у нас был, пользовался спросом на Киев. Да, тем не менее, сегодня он представлен это направление Киев именно аэропортами Борисполь и Жуляны двумя авиакомпаниями. Это «Мотор Сич» и «Роза Ветров». Тем не менее, мы хотели бы расширить спектр авиаперевозчиков, которые могли бы эксплуатировать данное направление. Это связано со спросом. Ну и, конечно же, Одесса и Львов. Причем уже по направлению Одессы открыта продажа. Мы ожидаем от авиаперевозчика дальнейших действий по открытию продаж билетов по направлению Львов. И мы очень надеемся на то, что эти направления будут спросовыми. Я уверен, что они будут пользоваться успехом среди наших пассажиров. И на самом деле это непростая задача. Почему? Потому что, скажем так, иногда выполнение внутренних рейсов обходится дороже, как ни парадоксально. Через короткие отстани. Чем международные. Это связано и с налогообложением, это связано с акцизом на топливо, с оплатой авиакомпаниями НДС. И на сегодняшний день я считаю, что это большая удача, большой успех, что нам удалось уже в этом году, несмотря на то, что все-таки мы находимся в такой кризисной ситуации, открыть эти новые внутренние направления. Ну и, конечно, дальше это рейсы Батуми, это разрабатываются рейсы на Тиват. Мы открыли новый рейс в январе месяце, который пользовался спросом по направлению Кайсери, турецкий горнолыжный курорт. И по этому направлению выполняла авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Поэтому работа продолжается, и мы очень надеемся, что совсем скоро, вот совсем скоро, мы порадуем еще новыми направлениями. Тобто, не лише тим, що зараз ми почули. Я хотів би оставити інтригу. І во время нашої следующей встречі ми якраз розкажемо о дальнейших успехах. Я уверен, вони будуть. Це хоча б внутрішні чи міжнародні? Я говорю о міжнародних направлениях. Зрозуміло. А заявлено, що від 609 гривень буде коштувати квиток на внутрішньоукраїнські рейси до Одеси та Львова. Ви порівнювали з наземними перевезеннями, наприклад, залізничними, автобусними, скільки, яка різниця в ціні? Звісно, ми намірено заходили в так называемое явление межотраслевой конкуренции. И для нас очень важно было создать не внутреннюю конкуренцию между авиакомпаниями, и тем самым создать условия, которые бы, ну, скажем так, сдерживали рост всех авиакомпаний в аэропорту. Наоборот, мы создавали для всех, без исключения, комфортные и безопасные условия работы, приемлемые и долгосрочные. Но при этом мы хотели зайти в межотраслевую конкуренцию и сгенерировать дополнительный
повышенный пассажиропоток за счет того, что мы возьмем пассажиров с тех, которые путешествуют наземными видами транспорта, такими как поезд, такими как автомобильный транспорт, автобусные перевозки и так далее. Мы это попробовали сделать на направлении Киев в том году. Получилось. Этот рейс был достаточно востребован, опытом, да? Конечно. И по этому стратегическому пути мы планируем идти и в этом году. И я уверен, что мы как раз, ну, согласитесь, очень удобно. Практически за час, летный час, уже достигнуть южную нашу Пальмиру, замечательный город Одесса и замечательный курорт. И в то же время одесситам или львовянам открыть наши курорты Запорожской области и показать им наши достопримечательности Запорожского края. Поэтому это действительно очень здорово. А на основе чего планується взагалі розвиток цих напрямків? Ви якось вивчаєте попит цього всього? Да, в одной из наших передач, если вы помните, мы как раз очень детально рассказывали, что какие проводились серьезные маркетинговые исследования на основании анализа новых таких вот, новомодное слово сейчас употреблю, да, big data или там диджитализация, и мы на основании роуминговых данных мобильных операторов проводили исследования, а как же жители нашего города, области или зоны охвата путешествуют внутри страны, за рубеж, и из каких стран или из каких городов Украины приезжают к нам в Запорожье как последний конечный пункт следования. И на основании этого анализа мы делали топ-15 направлений потенциальных, накладывали на маршрутную сеть существующую маршрутную сеть нашего аэропорта и понимали, какие же направления действительно могут пользоваться спросом и с каким материалом выходить в переговорный процесс с авиакомпаниями. И этот подход действительно был успешным, он принес свои позитивные результаты. И результаты этой работы вы наблюдаете уже сейчас. О том, что даже независимо от того, кризис, стагнирует ли отрасль или нет, авиакомпании верят, видят, понимают, могут осязать эти цифры, да, эти потоки трансферные, и, соответственно, заходить на наш рынок с уверенностью, что этот рейс будет спросовый. До речі, в наших попередніх зустрічах з вами в програмі «Акценти» ми говорили також про те, що дуже активно мешканці Дніпра користуються Запорізьким аеропортом. Да, як досі багато бажаючих полетіти з Дніпра, а з Запоріжжя? І не тільки з Дніпра. Дійсно, ми раді предоставляти наші качественні услуги, наші сервіси, нашу географію польотів не тільки для жителів Запорожжя і Запорізької області, а також для жителів Дніпра, для жителів Дніпропетровської області, для жителів Донецької області і інших городів. В сегодняшней структуре пассажиропотока порядка 25%, а то иногда высокий, если до 30%, действительно это пассажиры из Днепра. Порядка 10-15% это пассажиры из Донецкой области. И следует отметить, что это благодаря не только географии полетов, это не только благодаря новому терминалу, новым инфраструктурным решениям, которые вот-вот мы совсем недавно, да, еще в том году открыли, и нам позволило это увеличить и пропускную способность, ну и, конечно же, поменять качественное восприятие от нашего аэропорта, от нашего города, ну и в том числе еще и ценовое предложение по тем или иным направлениям, которые предлагают авиакомпании. Таким образом, ну, я приведу пример, по одному из чартерных направлений вылет из Запорожья практически на человека обходится в 100, а то и $150 дешевле, чем вылет из Днепра. Вот такая сегодня рыночная конъюнктура. И, конечно же, люди предпочитают вылет из Запорожья. Ну, а мы, до речи, маем комментарий про те, в яких умовах зараз працює Запорізький аеропорт и під час карантину. Давайте послухаємо и потім продовжимо розмову. Прошу матеріал. На території аеропорту всі працівники перебувають у захисних масках. Доступ пасажирів та перебування в приміщеннях терміналу аеропорту також дозволяється лише у засобах індивідуального захисту, а саме респіратори або масці, що закривають ніс та рот, та здійснюється належний контроль за їх використанням. Всім працівникам підприємства щоденно проводиться температурний скринінг. Також температурний скринінг проводиться усім пасажирам, як тим, що прилетіли, так і тим, що відлітають. А саме зараз ми плануємо встановити сучасні камери-тепловізори для дистанційного вимірювання температури, що буде більш зручно як для пасажирів, так і для персоналу. Роботу аеропорту організовано з дотриманням вимог фізичного дистанціонування шляхом нанесення тимчасового маркування на підлозі, а також на кріслах в залах очікування. А також застосовуються фізичні бар'єри, а саме на стойках реєстрації встановлені захисні екрани. Забезпечено посилену дезінфекцію приміщень аеропорту, а також підсобних приміщень з використанням миючих, а також дезінфекційних засобів.
В приміщеннях нового терміналу встановлені безконтактні дезінфектори для обробки рук як пасажирів, так і персоналу. Забезпечена можливість придбання масок на території аеропорту, а також спиртово-міцних антисептиків. Пасажири інформуються шляхом розміщення інформації щодо існуючих обмежень в умовах пандемії. Взагалі багато незручностей внесла пандемія, карантин в роботу аеропорту, крім того, що деякі рейси було все ж таки відмінено. Працюєте зараз як? Чи цілодобово? Чи відновилась повністю робота? І, можливо, збитки підраховували? Безусловно. В 2020 году аэропорт не работал практически 4,5 месяца. Считайте, 5 месяцев у нас доходы составляли ноль. Тем не менее, аэропорт справился с этой ситуацией, и мы за это время смогли поработать в глубину и как раз провести те преобразования. Было достаточно времени для того, чтобы выстроить его эффективную работу в перспективе. Конечно же, ряд неудобств, связанных с пандемией, это в том, что мы обязаны следовать тем рекомендациям и требованиям Всемирной организации здоровья, Министерства здравоохранения, госавиаслужбы. На сегодняшний день, конечно, есть ограничения, которые испытывают пассажиры. Это связано с тем, что у нас ограничен вход встречающих и провожающих. Конечно же, эти потоки не могут не сказаться на коммерческой составляющей тех субъектов, которые ведут какую-то деятельность коммерческую на территории аэропорта. Естественно, как бы не добирают и так, стагнируя там, да, и терпя упадок пассажиропотока, естественно, еще и дополнительный поток людей ограничен. Конечно же, это все те неудобства, с которыми каждый из нас столкнулся. И дай бог, чтобы все были живы и здоровы. И ни в коем случае не пострадали от этой коронавирусной инфекции. Мы, в свою очередь, как уже моя коллега обозначила, придерживаемся всех необходимых норм. Это и проведение дезинфекции, это и проведение всех мероприятий, связанных по социальному дистанцированию, отслеживанию, температурному обеспечению температурного скрининга, средств индивидуальной защиты и так далее. И я не скажу, что это дешевое удовольствие, потому что это те же издержки финансовые, которые наше предприятие несет для того, чтобы эти все меры реализовывать. Тем не менее, мы считаем, что это необходимая норма. На наш взгляд, к сожалению, ну, наверное, надо принять как данность, но это будет нормой, как сейчас принято говорить, new normality, да, новая реальность, и, соответственно, станет нашей такой, скажем, социокультурной особенностью новой. И я думаю, что ряд требований, несмотря на то, что пойдет пандемия на спад, и я верю, уверен, что так и будет, тем не менее, эти нормы останутся во многих объектах критической інфраструктури. Ви зараз, мабуть, маєте на увазі там ковід-тести і вакцинацію, ну, крім температурних скринінгів і так далі. Розкажіть, що треба, щоб вилетіти за кордон або щоб прибути за кордону в Україну? Чи треба ці ж самі тести, який, можливо, новий набір документів треба мати? Звісно, все залежить від того, по яким направленням вилітають пасажири і від тих требувань, які встановлює та країна, по направленню якої осуществляється виліт. Для цього ми завжди рекомендуємо. Є требування, які необходимо ознакомиться. Они есть у нас на сайте Министерства здравоохранения Украины, они есть на сайте посольств тех стран, в которые осуществляется перелет. На сегодняшний день, конечно, есть новые тренды. Все идет в то, что будет вводиться новая форма документов. Так или иначе, результаты ПЦР-тестирования, они сегодня востребованы и требуются многими странами при пересечении границы. И все зависит от той ситуации, которая на сегодняшний день есть в той или иной стране. Если у нас мы, например, находимся в красной зоне для какой-то другой страны, конечно, будут сегодня действовать те или иные ограничения более жесткие, чем для путешественников из другой страны, которая находится в зеленой зоне. Также и взаимный принцип по пересечению иностранцев к нам. Да, если эта страна находится в красной зоне, безусловно, там есть ограничения. Все это нужно перед началом поездки планировать, смотреть, посещать эти сайты. Да, можно часть информации получить и на нашем сайте аэропорта, где мы стараемся эту информацию держать актуальной. Поэтому, конечно, тут вопрос уже идет планирования путешествий самим путешествующим. Після початку вакцинації у світі заговорили про появу так званих паспортів, що підтверджують наявність щеплення від коронавірусу. Що вам про це відомо, які у світі тенденції і до яких країн ми не зможемо подорожувати, от те, що наразі відомо, через якраз таки відсутність цих паспортів? Систематично ми, як аеропорт, як авіаційне підприємство, участвуємо в різних платформах, комунікаціях з іншими учасниками авіаційного світу. Причому авіаційного світу, я маю в виду, це і країни Європи, і дальнего зарубежья, это Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки и так далее, где мы обсуждаем текущую ситуацию, каждый аэропорт или авиапредприятие, или авиакомпания, как выходят из той или иной ситуации, как оптимизируют производственные процессы в рамках, кто каждый выживает в рамках ковида, да, и
дискуссии по введению биологических паспортов, то есть уже входит термин такой, как биологическая безопасность в объектах критической инфраструктуры, обсуждался еще в ноябре-декабре прошлого года. И на сегодняшний день действительно одним из трендов является введение подобного рода документов. Естественно, возникает ряд юридических аспектов, так чтобы это все соответствовало нормам международного права, чтобы это соответствовало юридическим канонам и регуляциям той или иной страны. Вопрос этот как бы разрабатывается, он сейчас изучается. Я думаю, что в горизонте полгода-год мы, наверное, к этому придем, о том, что будут действительно какие-то документы, будь то паспорта или другие документы, удостоверяющие, что человек вакцинирован и все в порядке, может пересекать. Но я думаю, что и не исключают в том числе и результаты ПЦР-тестирования, которые на сегодняшний день являются необходимыми при пересечении границы и так далее. Ну, так, конечно, як кажуть, або паспорт, або негативний тест, тобто щось. Да, ну, на сьогодні я ще поки ні одного такого паспорта, чесно говоря, не видел. Хотілося б також його побачити і посмотреть, як він виглядить, але на повестке дня нет ограничительних мероприятий, связанных з тим, що якщо цього документа нет, то ти не путешествуєш. Однако, ну, питання остаточно. Эти вопросы обсуждаются сейчас в Еврокомиссии, они обсуждаются в высших политических кругах, но на сьогодні день нет пока єдиного рішення на этот счет. Но так или иначе, я думаю, що ми к этому прийдем. Зараз Україна, до речі, веде активні перемовини з Ізраїлем з приводу спільного визнання якраз ковід-паспортів. Запоріжжю цікаві, ізраїльські напрямки, є на них попит? Если вы помните, как раз накануне, в том году, авиакомпания SkyUp открыла рейсы в Тель-Авив. И они пользовались большим спросом. У нас действительно есть большой этнический трафик, есть туристический поток, культурный по этому направлению. Поэтому, безусловно, спрос есть. Но вопрос в том, что действительно, когда ряд направлений были приостановлены в связи с пандемией, то и Израиль, направление Тель-Авив, также попали в число этих маршрутов. Очень мне хотелось бы верить, что в ближайшем будущем, в обозримом будущем, это направление вернется в нашу сетку географии полетов. До речи, есть запитання глядачів саме про рейсы. Запитують, когда будут рейсы в Италию? Как я уже сказал, с конца марта месяца, апреля месяца мы ожидаем возобновления рейсов, поэтапное возобновление рейсов, в том числе авиакомпании Визейр. И в ее маршрутном листе присутствует такое направление, как Милан, Италия. Поэтому я думаю, что нужно уже сейчас планировать эту поездку, готовиться. И мы очень надеемся, что действительно люди получат удовольствие от посещения Италии. Ну и, конечно же, надо учитывать, что все зависит от ситуации, насколько Европа откроет свои границы, насколько Италия на тот момент будет в красной или зеленой зоне, и не будет никаких ограничений по пересечению. Ну, отже, попри пандемію, розвиток аеропорту не припиняється. Тривають перемовини про відкриття нових напрямків та збільшення кількості рейсів. Цьому передувала значна робота з оновлення летовища. Маємо сюжет про розбудову Запорізького аеропорту за минулий рік та про плани на 2021. Тож увага на екран. У п'ятірці найкращих. Новий термінал міжнародного аеропорту Запоріжжя продовжує тримати планку та є одним із лідерів українського рейтингу. І це незважаючи на ситуацію із пандемією в усьому світі. Коли стрімко скасовувались рейси, летовища несли чималі збитки, Запорізький аеропорт не тільки зміг втримати клієнтів, але й вийти на прибуток у понад 1,5 мільйона гривень. До речі, це при найменших показниках падіння пасажиропотоку в країні. Так, за минулий рік було виконано понад 2000 рейсів. На 2% збільшилась кількість пасажирів, які користуються перельотами всередині країни. Аеропорт працює, чистий прибуток близько 1 мільйона гривень. Хтось каже, що це мало, але все-таки, якщо подивитися, і сьогодні ви всі бачили, на падіння пасажиропотоку по іншим аеропортам України, і центральних аеропортів, і регіональних аеропортів, то десь в основному падіння пасажиропотоку в них десь від 50 до майже 70%. А Запорізький аеропорт все-таки падіння є, але воно на сьогоднішній день складає близько 25%. Значну роль у розвитку Запорізького аеропорту зіграло відкриття нового термінала. Це сприяло налагодженню співпраці із низкою українських та закордонних авіакомпаній. Ми базовий аеропорт для декількох регіонів, які, користуючись тим, що робота нового, зручного для всіх відвідувачів терміналу, надала можливість нам не тільки втримати пасажиропотік, який був у минулому році, а казати про те, що жоден перевізник, з яким було укладено договори у 2020 році,
продовжили терміни цих договорів. Це дуже приємно. І більш того, незважаючи на обставини, про які я казав, ще й мережа наших рейсів збільшується. Відкриваються не тільки нові напрямки, а й збільшується кількість рейсів. Також у пріоритеті залишається доступність квитків, вартість яких нині складає конкуренцію залізниці. Крім того, на Литовищі постійно вдосконалюють сервіс та якість надання послуг. Так, Запорізький аеропорт став одним із 10 українських литовищ, де приймають цифрові паспорти у додатку «Дія». Наразі послуга працює тільки на внутрішніх рейсах. На Литовищі частково оновлено радіотехнічне оснащення. Цього року увагу зосередять на устаткуванні для запуску так званого другого курсу, що спростить пілотам процедуру зльоту та посадки. Нам потрібно в цьому році закінчити і обладнати обладнання, встановити обладнання по другому курсу. От у нас один курс працює на новому обладнанні, інший працює на старому обладнанні. Якщо ми встановимо цей новий курс, то в принципі літаки на злітково-посадкову смугу Запорізького аеропорту можуть, як кажуть, приземлятися і злітати в обох, як кажуть, напрямках, і менше, як кажуть, кружляти авіакомпанії будуть і затрачувати пального для того, щоб зайти тільки з одного боку. До речі, нині Запоріжжя лишається єдиним містом в Україні, яке встановило найсучасніше світлосигнальне обладнання. Це дає змогу навіть за несприятливої погоди здійснювати посадку бортів у автоматичному режимі. Ми встановили і робимо на сьогоднішній день світлосигнальну і радіотехнічну апаратуру, яка сьогодні, як кажуть, працює в такому доброму режимі, в тих погодних умовах, особливо в зимовий час. От. Як вже було сьогодні сказано керівником аеропорту, от, навіть самоліти чи літаки вільніше, які там не можуть сісти в сусідньому Дніпрі за погодних метеоумов, летять сюди і тут спокійно можуть, як кажуть, сісти на нашу полосу. І це, перш за все, безпека пасажирів, які літають. А ще найближчим часом довкола аеропорту мають встановити близько 10 кілометрів сучасної огорожі. Вже виконано проєктні роботи щодо будівництва нового перону перед терміналом. Також у планах на поточний рік обслужити понад 500 тисяч пасажирів, що на 75% більше, ніж у минулому. Однак це залежатиме від ситуації із пандемією. Марина Клюєва, Катерина Ганджа, Сергій Чалий, телеканал Z. Повертаємось до студії. Отже, в жовтні 2020 року було відкрито новий термінал. Цікаво, чи встигли оцінити його можливості і переваги, враховуючи пандемію і локдаун, який був взимку. Все ж таки, краще стало з ним працювати? Звісно. Як я вже сказав, помінялось качественне восприятие нашого підприємства. Легче і проще стало навіть самим сотрудникам, тому що в тих ограниченных условиях, в которых приходилось им каждый день работать, выполнять свои профессиональные обязанности, это было действительно испытание. Ну и, конечно же, при нарастающих пассажиропотоках уже старая инфраструктура не могла абсолютно справляться, и нам было очень жаль, что наши пассажиры испытывают такие неудобства. При этом важно сказать, что и спектр услуг в самом аэропорту значительно увеличится с введением новой инфраструктуры. Ну а в-третьих, новая инфраструктура обеспечивает более высокий уровень, стандартизированный уровень безопасности. Безопасности полетов и авиабезопасности как таковой. Розкажіть про нову інфраструктуру, про плани на цей рік, що плануєте встигнути. Знаю, що 140 мільйонів, здається, виділено на аеропорт. 135, да, почти 135 мільйонів. Дійсно, це з бюджету виділено на розвиття нашої інфраструктури. Я можу сказати, що помимо того, що ми провели капітальний ремонт зльотно-посадочної полоси, рульожної дорожки і перонів, ми обновили світосигнальну систему, ми обновили, як зараз ми услышали із речі міського голови, і радіолокаційну оборудование. Мы полностью произвели строительство новой системы водоснабжения и канализации для авиапредприятия. Это капитальные ремонты сопутствующей инфраструктуры. И в этом году мы планируем не останавливаться. Здесь, безусловно, пандемия внесла свои коррективы с точки зрения и финансирования, и реализации этих проектов, потому что она касается всех сфер услуг, в том числе и разрешительной системы, регламентирующей, сертификационной, и усложнились многие бюрократические процессы, я имею в виду где-то в Киеве и так далее, для того, чтобы получить разрешение на выполнение тех или иных работ, либо сертифицировать уже готовые объекты. Поэтому, конечно же, это все растягивается во времени. Тем не менее, в этом году для нас ключевым проектом
проектом является это строительство периметрального ограждения аэропорта. Это более 12,5 километров. Изо дня в день идут интенсивные работы. Это очень важно для обеспечения степени безопасности полетов, всех сертификационных и международных требований. И мы планируем в июне уже закончить эту работу. Более того, это капитальные ремонты системы энергоснабжения аэропорта. Мы говорим о подстанции, электроподстанции резервного ввода вымпел 245 кВт. Это очень важно для того, чтобы в сбойных ситуациях обеспечить бесперебойную работу предприятия. То есть, в принципе, эта работа продолжается и по обновлению всех необходимых транспортных средств, аэродромной техники, пожарной техники, оборудования, которое участвует в производственном процессе. Большой комплекс работы. Стосовно глобального якогось будівництва чи реконструкції, можливо, там йшла мова про другу частину аеропорту цього рік? Друга черга. Да, или второй пусковой комплекс. То, что мы сегодня наблюдаем, это реализация в рамках первого пускового комплекса. А второй пусковой комплекс предусматривает это внедрение систем автоматизации, системы автоматизированной системы управления аэропортом, диспетчеризации, автоматики, систем контролируемого доступа, а также это телетрапы. Мы действительно хотим войти в то, чтобы обеспечить комфортный вход в воздушное судно и выход. Это удобно и для самих авиакомпаний, для пассажиров. Ну и для этого, конечно, нам нужно и расширять существующих перрон и производить уже на сегодняшний день те предпроектные работы, которые идут, и производить эти работы. Поэтому дальше буде. Пане Олексію, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо глядача. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Здравствуйте. Будь ласка, скажите, ваше запитання. Вот такой, да, я вот в феврале встречал внучку с Турции. И ну, холодно на улице. Красивый аэропорт, все сделано, а вовнутрь зайти нельзя, стой на улице, жди. Дякуємо. Це таке. Да, мы как раз касались этой темы, да, в середине нашей сегодняшней программы, о том, что, к сожалению, мы вынуждены следовать тем требованиям, которые выдвигает для нас Всемирная организация здоровья, Министерство здравоохранения и Государственная авиационная служба. Мы регулируемся именно теми документами, которые мы получаем, и обязаны принимать их к выполнению, потому что стоит вопрос также нашей сертификации. И, безусловно, они предусматривают ограничения для сопровождающих и встречающих лиц, которые не могут войти в терминал. Это не только у нас в аэропорту, это и в аэропорте Борисполь, в аэропортах Жулян и так далее. К сожалению, да, тем не менее, мы очень надеемся, что в очень скором обозримом будущем эти ограничения будут либо смягчены, либо полностью сняты. И мы с удовольствием всех без исключения встретим в стенах нашего нового терминала. Ну і ще навздогін питання від глядача. Знову ж таки про Італію запитують. В Римі рейс буде ли у вас? Запитують. Римини был в сетке полетов авиакомпании Wizz Air. На сегодняшний день она ее убрала из сетки полетов, оставила Милан. Но я думаю, что это вопрос все-таки времени, потому что, как вот мы видим и по отзывам наших телезрителей о том, что Италия является востребованным направлением. И я думаю, что авиакомпания прекрасно понимает те тренды, которые сегодня складываются в трафике пассажирском. Я думаю, что нужно просто пройти вот этот этап первые полугодия. Я все-таки оптимист и считаю, что так или иначе все наладится, и отрасль будет восстанавливаться, и авиакомпании будут позитивно рассматривать в том, чтобы увеличивать рейсы по тем или иным направлениям, в том числе в Италию. Цікаво, що наш аеропорт входить в п'ятірку кращих в Україні і за кількістю перевезень, так, за минулий рік. Хто ще з нами у списку? Чи є амбітні плани випередити колег? І що для цього потрібно? Мені не хотілося б говорити о якомусь соревновании, либо достиженні там результатів кого-то, як-то, за счет кого-то. Я хочу сказати, що у нас є стратегічна задача, яка сформована мером Запорожжя, яка сформована громадою міста Запоріжжя. Це непосредственно створення високотехнологічного регіонального аеропорту, который бы повышал инвестиционную привлекательность нашего региона. И мы идем это за счет того, что мы обеспечим рост пассажирских перевозок, обеспечиваем рост доходов от авиационных и неавиационных видов деятельности, обеспечение высокого уровня безопасности и, конечно, развитие инфраструктуры, что является ключевым элементом. Это видно из тех стратегических действий нашего мэра о том, что у него подход развития города идет через развитие инфраструктуры. И мы этому пример. Поэтому, безусловно, мы хотели бы, скажем так, оказаться в числе не только пятерки лучших аэропортов Украины, а в числе лучших аэропортов Европы или даже мира. Да? Пусть мы небольшие, но тем не менее у нас тоже есть чем гордиться и какими результатами и достижениями показать их мировому авиационному сообществу.
Ну, сподіваємось, що так і буде. Дякую вам, пане Олексію, що ви завітали в акценти. Бажаю вам успіхів у роботі. Олексій Дубревський, директор комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», був гостем акцентів сьогодні. На цьому все, але не перемикайте. Далі в ефірі прогноз погоди і новини на часі. А о 18:30 дивіться програму «Культура – це модно». Тож, бажаю вам приємного вечора разом з телеканалом Z. Зустрінемось.